Ну, обратите внимание, что вот пытался он выскочить из-под Тайлера Феррера. И очень сильно, конечно, подрезал Кавендиш. И как тот не выкручивался отчаянно. Хорошо, что ногу еще, голову еще поддержал немножко на весу Марк. И из-за этого наотмашь не ударился об асфальт так, как мог бы, по идее. Потому что вот такое падение своеобразным велосипедным хайсайдом чревато серьезной черепной...